Оперативным составом досматривается лес, находящийся на территории ИК-9, прилегающий. Случилось все 28 мая. При помощи металлоискателя сотрудники обнаружили, что с бревном что-то не так. При помощи лома и топора удостоверились, что бревно было с начинкой. Пиловочный материал для производственных нужд колонии в периметр попадет, но уже без запрещенных предметов. В бревне было спрятано 14 разных сотовых телефонов, 9 зарядных устройств, наушники и гарнитуры к ним, и 7 пачек дрожжей. Это все конфисковано, а если выяснится личность отправителя, то он получит административный штраф.